Всем привет! У нас поступление курток, женские куртки Skidoo Extreme Ladies Jacket. 21 модельный год, вот такие красивые куртки. И давайте вместе посмотрим, чем интересны эти модели для представительниц прекрасного пола. Отстегивающийся капюшон. Сразу посмотрим вариант, на котором я уже снял капюшон. Капюшон крепится на молнии и двух кнопках. И без капюшона курточка выглядит следующим образом. Вот такая спинка. Выполнена куртка из полиэстера. Мембрана технология RPM Max. Водонепроницаемая. Все швы проклеены. Логотипы проклеены. Кстати, логотипы здесь вышиты. И при этом куртка дышит, являясь полностью водонепроницаемой. Регулируется теплообмен у нас молниями, расположенными под рукавами. Вот такие вентиляционные клапаны. На рукаве регулировка манжеты и внутренние манжеты из лайкры. Та манжета, которая одевается внутрь перчатки, чтобы снег и ветер не попадали, не охлаждали наши руки. Справа у нас большой карман внутренний. Он разделен вверху вот такой прошитой частью для того, чтобы не топорщился, если, например, в него положили объемную шапку. Конечно же, два кармана по бокам. Внутри мягкая ткань. И на левой части куртки внутренний кармашек. Такой Наполеон. Здесь у нас над рукавами флисовая отделка вверху. Внизу снежная юбка, предохраняющая нас попадание снега с возможностью регулировки по объему. Две кнопочки пристегиваем либо так, либо на следующий уровень, чтобы делать поплотнее. Здесь крепление E-Link для проводки провода для подогрева визора шлема. Внутри у нас отстегивающийся мягкий воротничок. Если это осенне-весенний период, то, конечно, можно его отстегнуть. А зимой он поможет не только сохранить тепло внутри куртки, но и чтобы не продувало, не задувало. Он достаточно плотный, такой толстенький. А сама куртка очень легкая, почти невесомая. Мягкая. Ну и что такое мягкая? Конечно же, она не стесняет движений никоим образом. Primaloft Black, самый теплый и легкий утеплитель. Красивая куртка Extreme. Кармашки, двойной клапан. Основная молния от немецкого производителя YKK, очень надежная. Верхний клапан у нас на застежке Velcro закрывается после того, как мы застегнули молнию. И есть еще один кармашек, в который можно положить то, что придется доставать достаточно часто, не расстегивая основную молнию. Он находится просто под клапаном и застегивается на молнию. Внутри кармашка у нас небольшая тряпочка для протирки очков.